Зимовая веселка заиграла новыми фарбами. У Гомеля прошел областный форум студентских талентов. Удел у им приняли команды 7 высших научных установ региона. За ходом яркого и видовищного шоу назирала Ганна Каральчук. Областный форум талановитых студентов проходит уже у 19 раз. Каждый университет представляет программу с лепших номеров першокурсника. Аналогов мероприемства в Украине нема. Про его ведают и за межами региону, и навод за межами республики. За гэтые годы фестиваль стал культурным брендом и является одной из самых чаканых подзей года у студентским осяроддзе. На суд журы команды представляют оригинальные творчие программы с танцевальных, вокальных и театрализованных номеров. На выступление отводится 15 хвилин. В этом году в формате мероприемства появились определенные нововведения, и конкуренция помеж командами стала еще больше острой. В этом году мы все-таки решили прийти к тому, что это должно быть гран-при. Будет главный победитель, это и стимулирует команды более качественной подготовки. Это площадка, на которой мы можем увидеть эту талантливую молодежь, чтобы ее заметить и выполнить, наверное, одну из своих основных функций – это поиск и поддержка талантливой молодежи. Журы 7 человек. Это вядомые творчие особы региона и керовники мастацких установ. Им треба вызначить самые креативные сценичные решения. Сярод головных критериев оценки – раскрытие сюжетной линии, умение удельника упэўнена триматься на сцене и узровень их выканальницкого майстерства. Я участвую в инструментальном номере, также танцую и пою вокальный номер. Это помогает проявить себя, показать свою личность. Мы веселые ребята. Кожную команду склали самые талановитые представники всех ВНУ. Тому без узнагород никто не застался. У танцах лепше признана команда Мазырского педагогичного университета. Самые музычные – студенты ГТТУ имя Сухого. Самую оригинальную программу представил ГДУ имя Франциска Скарыны. Все призы у индивидуальных номинациях забрали будущие медики. Гран-при отримала команда Белдута, якая представила программу «Украине цудов». Мы всегда придем на помощь в трудную минуту. Может, в трудный час? Нет, час это много. В трудную минуту. Наступный год для фестивалю – юбилейный. Организаторы планируют запросить до удзелу и российские ВНУ, каб зимовая веселка стала международной. Ганна Каральчук, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».